Можно вот сюда еще пройти, да, по краю пройти. Да, вот это на второй слайд в стылке. Видите, что ближе. Ну, теперь отсюда уже все ушли. Оставайтесь тут, все страшно. Ну что ж, мы с вами будем смотреть работу кузнеца. На наши глаза уже ковать птицу обидит. Всю работу я начинаю с маленького плотно закрученного колечка, символа солнца. Сейчас я набью небольшие складки, это будет разметка для будущего рисунка в оголовье спицы, чтобы спица была красивая. Вот, посмотрите, получились такие складки в виде гармошки. Сейчас я их разогрею. Разогреваю в печи, печь называется горн, горит каменный уголь, температура достигает до 2000 градусов. Так что металл добивается быстро. Вот, пока металл раскален, он пластичен, можно делать с ним все что угодно. Раскрываем складки, собираем из них рисунок. Смотрите внимательнее, что там получится. Вот, рисунок готов, сейчас я его подправлю. Это нос, ухо, козырька. Нос, ухо и хвост. Сейчас спицы нужно будет укоротить. Раньше спица имела длину, это была примерно ширина наковальни. Сейчас будем нижнюю часть спицы закручивать спиралькой. Раньше это нужно было для того, чтобы пряжа не скользила по спице, сейчас для красоты. Раскаленный металл зажимаю в тисках и закручиваю. Смотрите, с какой легкостью закручивается металл. И остался последний этап. Это заострение. Заострение буду с помощью молота и наковальни, как кузнецы тысячелетиями ковали гвозди, внешние стрел, копья, также иголки, булавки. С каданами металл вытягиваем, получаем острие. Охлаждаем. Оберег дома готов, можете его посмотреть, потрогать, приобрести. Стоимость спицы 100 рублей.